Всем привет! Наш следующий выпуск называется «Видеомонтаж», и снимаем мы его вот вдоль речки Кушкарата. А вдоль речки Кушкарата снимаем, потому что в конце этого ролика вы увидите ролик, который я снял непосредственно с глади. Вот видите, вот деревья влекут, скажем, вот эта гладь называется. То есть ролик он полностью снять только с глади воды, практически там на 90%. Ну, в конце поймете. Сейчас не об этом, сейчас уже о теме, почему этот ролик я видеомонтаж. Сейчас чуть-чуть в другое место встану, поудобнее. Вот здесь поудобнее. Так вот, почему урок называется видеомонтаж? Как бы весь канал и весь блог посвящен трем профессиям же, как фото, видео и видеомонтаж. И если о видео мы уже говорили, а фото практически не говорили, то вот как раз этот ролик, когда я увидел, вот сейчас я его покажу, папку, где его нашел, название папки, как обычно делаю. Вот когда я этот ролик увидел, я вспомнил, что это, ну, как я его снимал, и тема этого выхода появилась, ну, этого выпуска, скажем так, появилась. Так вот, в двух словах, видеомонтаж состоит в том, что любое видео собирается из кусочков маленьких. И вот в среднем минута видеоконтента – это 15 кусочков. Вот искусство видеомонтажа заключается в том, чтобы вот у тебя есть много кусочков, скажем, 100-200, да, ты сразу оцениваешь, так, у меня примерно аудиоряд, скажем, 3 минуты, ритм у него не очень быстрый, мне нужно 45-50 кусочков. И если ты еще и фотограф, видеограф, который будет снимать этот монтаж, то есть ты сам снимаешь, сам монтируешь, то ты уже как бы, вот как я пришел, вот речка стоит, я уже так, мне нужно, при 3 минуты, мне нужно 50 кадров. И я уже начинаю думать, как мне собрать там 15 общих, 15 средних, 15 крупных, 5 сверхкрупных планов, да? И тем самым как бы описать вот это место в 3 минуты. Вот смотрите, вот это сейчас все, сзади у меня вся речка. Оп, сейчас палец мой, вот это вся. Это вот общий план, да, речки. Вот здесь после моей головы вот так средний план. Вот здесь лепесточек крупный, вот здесь там рябь воды крупная, да? То есть он собирается с таких так, как лесенчик. И вот этот ролик показывает, как можно, вот, грубо говоря, из ничего снять целый ролик, просто потому что гладь, она очень изменчивая. И из нее можно очень много композиционных кусочков рожать. Я, грубо говоря, снял этот весь ролик в месте размером где-то 3 на 5 метров. 15 квадратных метров глади воды, и получился вот такой абстрактный ролик.